С Нового года в столице повысится стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом только что сообщили в правительстве города. Так, со 2 января поездка по карте «Тройка» обойдется уже в 38 рублей, а не 36, как раньше. А по тарифу 90 минут в 59 рублей вместо 56. Проездной на месяц для школьников и студентов подорожает на 15 рублей, а единый на 30 суток на 95 рублей. При этом цена на разовый билет останется прежней. Самый неэкономный вариант – 55 рублей.